ходе смелой спасательной операции пилоты Sheldrick Wildlife Trust спасли водителя от паводковых вод после того, как его бензовоз был смыт при пересечении дамбы Галана-Кулау. По словам очевидцев, водитель застрял в своем автомобиле с 10 часов ровно в среду, 3 мая, когда река неожиданно разлилась и окружила бензовоз. Несмотря на его попытки спастись вплавь, поднимающиеся воды оставили его в ловушке с риском быть унесенным быстрым течением. Уровень воды постепенно поднимался и в конце концов опрокинул бензовоз на бок, вынудив водителя выбраться из кабины, когда внутрь хлынула вода. Это был лишь вопрос времени, когда вода смоет водителя. В ответ на чрезвычайную ситуацию пилоты Sheldrick Wildlife Trust быстро мобилизовались и вылетели на место происшествия на вертолете. Несмотря на сложные условия, пилотам удалось маневрировать вертолетом, чтобы зависнуть над застрявшим водителем, опустив его как можно ближе, чтобы он мог подняться на борт. Водитель был спасен от неминуемой гибели.